Сейчас в воронежских новостях, в воронежских пабликах проходит новость, что губернатор Воронежской области помогает, оказывает помощь многодетным малоимущим семьям и пожилым людям. Помощь заключается в доставке волонтерами на дом продуктовых наборов. Но не говорится о том, что эта помощь не губернаторская. Это помощь от предпринимателей Воронежа, от коммерческих организаций Воронежа. Это их благотворительная акция, поддержка и помощь многодетным семьям. Так как предприниматели Воронежа не смогут оказать помощь всем семьям Воронежа и всем пенсионерам Воронежа, поэтому выделено только 8 тысяч продуктовых наборов. Как мы понимаем, это капля в море. У нас есть еще, помимо многодетных семей, семьи с детьми, также малоимущие, семьи матерей-одиночек. Эти семьи в период самоизоляции оказались тоже в затруднительном положении. Кого-то уволили, кого-то отправили на БС. Детей им кормить нечем. Денег покупать продукты не на что. Поэтому хотелось бы у губернатора Воронежской области господина Гусева узнать, в который раз узнать, господин губернатор, скажите, пожалуйста, когда будет оказана действительно государственная помощь именно от вас, как от губернатора из областного бюджета, всем семьям с малолетними детьми, которые нуждаются в государственной поддержке?